Академии стирает. Капитаны, все обсуждение закончили. Все, команды обсуждения закончили. Итак, первая отвечает команда. Ну, значит, если мы видели там шимпанзе. Мы сначала поздороваемся. Здравствуйте. Очень приятно. Да. Потом мы его побреем. Жилет с собой возьмем. Оденем. Во что мы его оденем? Галстук, пиджак. Да, ботиночки, носочки там. Да, все оденем, приведем в кейс. Да. Получится нормальный директор, новый русский. Все, мозги там, все будет нормально. У нас все новые русские директора. Да, все. Прихожу я. Арбитр кашляет, вздыхает. Полз, вот все, что ему нужно. Внимание, команда, предлагаю вам еще для разминки. Вы все прекрасно знаете передачу «Устами владельца глаголит красный». Итак, почему я отгадал ей и все остальное? Объяснял ей, мы вам с Машей сейчас покажем. Маша мне будет объяснять какой-то предмет, и я постараюсь его отгадать. Оно такое бывает маленькое, бывает большое. Я, по-моему, догадалась, это зонтик. Ага. Вот приблизительно такого типа вы должны загадывать друг друга. Первая версия вы должны придумать, сказать своим соперникам, они должны отгадать. Вы даете свой ответ. Итак, первая версия на тему животное. Третья.
Значит, животное с рогами и с бородой. Нет. Это муж, понимаете? Живого? А почему? Почему? Да все мужики, они такие животные! Самое распространенное домашнее животное. У нас есть верный ответ. Мы считаем, что это тараканы. Наша задача. Дело в том, нужно было объяснить предмет, так как Маша это объясняла, большой, маленький, а тогда уже команда противника должна отгадать. Показать, отгадать. Можно словесно, можно, значит, по-другому. Это фантазия. Итак, предлагается вторая вам версия на неодушевленный предмет. Пожалуйста, одна минута команды думают, и потом уже приглашаем. Понятно.
Смотрите, если черт знает что. Итак, имя. Ой, шарики летают, да у меня там дергают.